Сегодня в Далевском университете проходит спартакиада, посвященная 60-летию кафедры физического воспитания. В ней принимают участие студенты всех институтов и факультетов университета имени Владимира Даля. Посмотрим, как ребята сыграют эти дни, потому что мероприятие рассчитано на 3 дня. 7, 8 и 9 февраля будут днями, которые покажут, кто сильнейший в этом виде спорта. Кафедра физического воспитания Далевского университета в этом году радует студентов и профессорско-преподавательский состав университета массой ярких и интересных мероприятий, посвященных 60-летию кафедры. Спартакиада по волейболу объединила представителей всех институтов и кафедр Далевского университета. В течение 3 дней участники спартакиады соревновались за звание лучшей команды. У нас сегодня проходит турнир, посвященный 60-летию кафедры физвоспитания среди студенческих команд, институтов и факультетов. Команды смешанные, могут искать представители команд, как я, юридический факультет, и также девочки и мальчики, общая как бы команда. Да, завтра будут финальные игры. У нас идет по круговой системе все это дело. Волейбол не проводился у нас уже очень долго. И мы решили в честь такого знаменательного события, как юбилей кафедры, провести это мероприятие. В дальнейшем, я думаю, что этот вид спорта у нас будет включен в спартакиаду общевузовскую среди студентов. Пока это как бы пилотный проект, но я смотрю, он очень сильно получается и всем нравится. Очень активно, 5 команд, но я думаю, что еще было больше команд. Просто это мы организовали буквально за 2-3 дня. Если бы мы это чуть-чуть раньше, в связи с этой ситуацией пандемии, всей этой непростой ситуацией, мы решили это быстро ускорить. И, в принципе, это все у нас получилось. В дальнейшем мы планируем, чтобы все факультеты принимали в этом участие. Волейбол – динамичный и увлекательный вид спорта, которым активно занимаются как студенты, так и преподаватели Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Привели меня в спорт родители, и вот с 3 класса уже занимаюсь. Прежде всего, это здоровый образ жизни. И студенты саморазвиваются. Проходили до этого разные спартакиады. Вот впервые, наверное, провели по волейболу. Ребята играли в командах со смешанным составом, здесь были и юноши, и девушки. Многие из участников команд непрофессионально занимаются этим видом спорта, но, несмотря на это, игра получилась динамичной и запоминающейся. Собралось немало команд, хотя, казалось бы, волейбол играют многие, но тут очень весело, потому что, как я уже сказал, никто особо не играет, все на равных условиях, но есть и способные игроки, за которых мы очень как бы гордимся. Я бы очень хотел, чтобы волейбол, ну, его было побольше, то есть можно там устраивать и различные, на улице у нас есть площадка. В 2022 году Далевский университет будет проводить еще много спортивных мероприятий, а кафедра физического воспитания в честь своего 60-летия позволит проявить весь спортивный потенциал не только студентов, но и профессорско-преподавательского состава.